Всем привет, с вами канал «Все для огорода». Хочу, купил такие помидоры, вот, хочу из них выбрать семена и попробовать их прорастить. Не знаю, получится у меня. Помидоры я помыл с мылом. Когда покупаете такие помидоры, обязательно мыть над мылом, потому что они там обрабатываются специальным каким-то химнораствором, чтобы они долго сохраняли свою привлекательный вид. Обязательно мойте с мылом эти помидоры. Я взял просто мылом и промыл их с мылом. Сейчас вот хочу разрезать и выдал, ведь оттуда немного этих семян. Вот такие вот они крупные семена, эти помидоры. Написано. Какие-то розовые, что ли? А, вот розовые написано. Вот они там. Вот написано розовые. Хочу тут помидорка, сейчас мы их разрежем. Разрежем мы их на туалетную бумагу, естественно, семена сюда выдавим. Вот, чтобы они у нас подсохли немного. Хочу просто попробовать, получится мне это все делать или нет. С вами канал «Все для огорода». Здесь вот я шильдик свой сделал. Новый. Теперь он у меня будет всегда подсказывать, что это именно мое видео, а не какое-то другое. Здесь бывают умники, которые просто копируют видео и себе на канал ставят. Тоже так бывает. Я уже неоднократно в таких роликах видел. Какие-то женщины такие, и ребята тоже иногда чужие ролики воруют, к себе ставят. Потом канал у них развивается, и они потом монетизируют именно эти ролики. На чужих роликах уже у них монетизация идет. Вот, значит, что делаем? Хочу разрезать надо. Будем разрезать и выдавливать их по частям. Не знаю, есть у них семена или нет. Сейчас посмотрим. О, семена есть. Вот они, семянки. Вот сейчас мы это делаем, раздавим их, выдавим. Будем выдавливать. Надо, конечно, было ложечку какую-то взять. А вот у меня есть какая-то вилка пластмассовая. Буду сюда выдавливать. Вот сюда. Будем семена выдавливать. Попробуем подсушить. Попробуем прорастить. Если они пойдут в рост, значит пойдут. Зачем покупать семена? Купил он в магазине. Вот я также выращиваю перец. Взял перец, купил. Семена высушил. Буквально высушил, потом их замочил, там через 3 дня. Они все у меня зашли. И я на даче в теплице такие хорошие перцы были. Все одинаковенькие. Во. А то покупаешь в этих пакетиках, там семян-то мало, и они не все сходят. Вот. А для еды нам можно и без этих семечек. Так, все, здесь вот выдавил. Вот, здесь много семянок получится, ребят. Девчата. Сейчас мы это все поддавим. И будем выращивать эти же семена. Помидоры, наверное, скорее всего, итальянские или испанские, скорее всего. Вот. Поэтому будем испанские все эти помидоры высаживать у себя в теплицу. Можно в открытый грунт их посадить даже быстренько. Но там в открытом грунте их фитофтора быстро заберет. Как бы помидоры надо до августа. В августе уже начинает фитофтора свирепствовать. Можно, конечно, фитофоспорином полить. Вот сколько я много выдавил. Здесь надо было газету взять. Ну, одного помидора достаточно. Здесь семенок очень много. Во. А как узнать по продуктивности, да? Вот надо их промыть сначала, и потом эти семена бросить в воду. Которые семена утонут в банке с водой, они те помидоры, эти семена взойдут, которые будут плавать на поверхности, и эти семена пустышки, и на них ни хрена ничего не вырастет. Понятно, да? То есть их надо потом вот сейчас взять, подсушить их, а потом
сухие, как бы такие вот, бросить в банку с водой и посмотреть, какие у них они, ну, как бы, взойдут они. Если взойдут, они должны утонуть на банку, на дно банку с водой в банке. Может, неправильно рассказала. Ну, как бы. Короче, семена надо бросить в воду, с баночку с водой, которые утонут. Мы опять их высушиваем, а потом уже будем проращивать уже ближе к марту, наверное, да? В марте уже начинается проращивание семян на томаты. Перец-то в феврале, по-моему. В начале февраля перец, потому что там надо 50 дней, по-моему, перец для перца. Все, вот, там куча получилось семян. Не то, что семена, которые нам это... Но мы покупаем непосредственно. Вот, вот столько много семян получилось. Вот, вот с одной помидорки. Вот смотрите, сколько семян полно. Вот, буду выращивать вот такие помидоры крупные. Вот, можете тоже смело купить. Покрупнее берите в магазине. Выбирайте крупные помидоры, вот, и можно из них выбрать, набрать семян. Понятно, да? Сейчас надо промыть это все, семена промываем. Ну, можно не промывать, подождать, пока они просохнут. Потом бросаем в воду, а если они утонут, эти семена можно уже немного подсушить их, и потом уже как бы... Желательно эти семена поставить, положить в холодильник на стратификацию перед тем, когда вы будете их замачивать. То есть они должны провести период покоя. То есть они немножко должны почувствовать, как будто они в холоде. То есть прошла зима, а потом пришла весна сразу. Вот, то есть надо подержать там дня три, а лучше недельку в холоде эти семена. А потом их замачиваете, их кладете в тепло, они быстро начинают проращиваться. Я вот так делаю. То есть все семена надо немножко подержать в холоде. Тогда они лучше сходят. Бывает так, вот люди даже жалуются, покупают семена и говорят, ой, плохая всхожесть этих семян. Или старые, говорят между собой, вот я купил, типа, семена, они, многие не взошли. Вот. Это не всходит из-за того, что эти семена не прошли стратификацию, то есть они не были в холодном месте. То есть обязательно надо в холодное место. А на хранение семена вообще хранят в темном месте. То есть вот эти все пакетики, которые продаются, они должны не на свету храниться, а надо куда-то в темное место убрать их, и они должны в темноте быть. То есть они должны храниться в темноте. А которые на свету, они как бы тоже от света портятся, эти семена. Понятно, да? С вами канал «Все для огорода». Вот я выдавил этих семянок сколько, смотрите, сколько из этих вот купленных из магазина. Вот, они подсохнут, сейчас поставлю батарею, они высохнут, это вот потом промою и потом покажу, как они подсохнут. Буду показывать, налью банку с водой, буду бросать и будем смотреть, какие семена взойдут, а какие не взойдут. Спасибо за просмотр, с вами канал, вот он канал мой. Все для огорода. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. И покупайте готовые помидоры, которые, из которых можно уже набрать семян, не заморачиваться на деньги. То есть, получается два в одном. Мы двух зайцев как бы ловим. Купили помидоры в магазине, вроде мы их скушаем, а тут же и семян оттуда их добудем. То есть, такие же помидоры, такой же большой величины у нас будут расти непосредственно там, скажем, в теплице или в открытом грунте. Вот, понятно, да? Как это все действовать? Попробуйте. Вот из перец я всегда покупаю в магазине, беру специально, выбираю большой крупный перец, самый огромный такой, из него выбираю эти семена, сушу их, а потом, как мне надо, допустим, их замочить, я их сразу замачиваю, бросаю в воду, они у меня где-то сутки они в воде лежат, в воде, потом я достаю их и или на туалетную бумагу раскладываю, там типа делаю скрутки
скрутку такую, чтобы они пустили корни, или в тряпочку их тоже так же, или вот бывают некоторые ватные тампончики такие, раскладывают эти перчинки, они тоже там, типа им нужен воздух и влажность, они тоже пускают корешки. Вот, ну, а перец я тоже так же буду делать. У меня семян нету вот таких специально для перца. Я как-то брал вот в магазине тоже, там написано богатырский большой. И у меня из этих семян ни один не пророс. То есть семена-то были, а никто не взошел. Непродуктивные. Они и старые, бывает, сыпят там пакетики. Им что? Им боль нужно там. За ним никто не следит. Там насыпал пакет, сколько там. У них там каждый день там они по 1000 пакетиков это все сыпят на весы по 2-3 грамма и заклеивают там, сидят упаковщицы. Они за день-то много наупакуют этих пакетиков. Вот, понятно, да? С вами канал «Все для огорода». Наболтал я надолго, на 10 минут. Мне нужно набирать часы, понимаете, часики, поэтому я здесь много и наболтал. Спасибо за просмотр. Еще раз подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. А с Нового года, знаете, какая будет на Ютубе новости? А, оказывается, детские каналы будут тоже монетизироваться. То есть, если с 2020 года их не перестали монетизировать, вот эти два года, а с 2022 года опять начнется монетизация детских каналов. Спасибо еще раз за просмотр. Всем пока-пока. С вами канал «Огород на всех широтах». Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы идти следующее видео. И приглашайте на чай, на кофе. Обязательно зайду.